Путь длиной в 3 года. Ровно столько активные жители Звенигорода боролись за благоустройство своего города. В 2020-м поддержка профессионалов, архитекторов, проектировщиков оказалась решающей. Проект «Звенигород. Гостиный город» одержал победу на 4-м всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Городу нужна такая стартовая точка, катализатор. И это, наверное, этот парк, где мы сейчас находимся. И маршруты. Маршруты, которые мы с вами искали, это, скажем так, дублер улицы Московская, Почтовая, это этот парк и Малиновый овраг, который действительно является естественным продолжением, уникальным для центра подмосковного города, где такая уникальная природа, такой уникальный ландшафт. Совсем скоро в Звенигороде появятся прогулочные туристические маршруты. Их поделят на зоны – городскую, парковую, природную и заповедную. Это, по задумке, не только сделает город комфортным для проживания, но и привлечет туристов, а значит и финансы. Наша большая надежда на то, что частные инвестиции сюда пойдут, что малый и средний бизнес тоже будет участвовать. Приступить к реализации концепции планируют в следующем году. Звенигородцев и гостей города удивят необычными архитектурными решениями. В итоге туристический поток должен увеличиться на 15-20%. Евгения Августина, телекомпания «Одинцова».